появились разговоры, что будет, ну, реанимация идеи татарской АЭС. Рустам Галиевич, как вы относитесь к этой идее? Знаете, мы эту тему обсуждали, когда Камские поляны были без работы. Сегодня, во-первых, она, как бы, если вы только ее поднимаете, пока никто ничего строить не собирается, но это же будет, во-первых, надо сделать обследование. Вот когда приостанавливали, там титанический разлом, там эти. То есть это не будет спонтанное решение. Во-первых, можно ли там строить? Во-вторых, как население к этому отнесется? Это не будет так вот в темную. Если какие-то стройки будут, атомная или другая, мы всегда это будем советоваться. А так пока еще никто не приходил с предложением строить атомную станцию.